Аппаратное совещание сегодня прошло в Ленинском мемориале. Место выбрано не случайно. В мемцентре проходит глобальная реконструкция. В начале совещания губернатор поставил вопрос о подготовке празднования 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, который ожидается в следующем году. В течение 2 недель главы муниципальных образований при поддержке Хутеева, при поддержке Колесовой, при координации Колесовой, значит, должны провести полное обследование всех памятников, связанных с именем Владимира Ильича Ленина. Всех прилегающих территорий. Во время проведения проверки нужно будет выяснить, в каком состоянии эти памятники находятся. Затем установят объем финансирования, необходимый для их восстановления. После этого участники заседания обратились к случившемуся взрыву газа в одной из квартир в Ишеевке. Он произошел в воскресенье. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но пострадал 6-летний ребенок. Губернатор распорядился, чтобы семье была оказана вся необходимая помощь. Напомнил глава области свое поручение проверить газовое оборудование в регионе. Сформирована совместная проверочная рабочая группа. 10 человек от регионального надзора будут участвовать в этой группе совместно с прокуратурой. Сейчас окончательно там сроки завершения этой проверки определяем. Конечно, задача максимально в кратчайшие сроки проверить все системы, все организации, кто занимается снабжением. И самое главное, именно проверены ли и есть ли соответствующие акты в домовладениях, в многоквартирных домах. За неделю проверили почти 400 квартир. В 69 из них выявлены различные нарушения. На аппаратном совещании губернатор коснулся содержания зданий. По словам главы области, многие ведомства относятся к этому не очень добросовестно. Поставил губернатор вопросы об организации муниципальных архивов. Каким должен быть муниципальный архив с точки зрения содержательной работы? Это первое. Второе. Мы должны будем тогда подумать, как нам в течение 2019 года выстроить методическую работу с этими архивами. Муниципальными, чтобы они перестали быть, я говорю еще раз, просто такими бедными родственниками, которые никто и не интересует со стороны муниципальных властей. И третье, возможно, нам стоит поменять полномочия и муниципальные архивы, так сказать, собрать на государственный уровень. Глава области отметил, что муниципальные архивы должны превратиться в крупные культурно-воспитательные центры для тех районов, где они находятся. От содержания культурных учреждений перешли к жилищам ульяновцев. На совещании подвели итоги выполнения программы капитального ремонта за прошлый год. Собственники получили возможность перенесения срока обновления дома, как на более ранний, так и на более поздний. Программа перестала быть догмой, она сегодня живой организм и реально работает. Таким образом, уже за 2017-2018 год 115 домов воспользовалось данным правом и были перенесены периоды. Одним из сложных моментов продолжает оставаться проведение торгов. В фонде модернизации ЖКК планировали, что они будут проведены до 1 февраля. Это нужно для того, чтобы с наступлением первых теплых дней в домах начались ремонтные работы. До этого срока точно не успеют провести торги в Ульяновске и Димитровграде. В остальных же муниципалитетах надеются успеть. Резкой критике губернатор подверг ситуации с крайне медленной закупкой лекарств и медицинских средств. По словам главы области, люди постоянно жалуются на нехватку медикаментов в учреждениях здравоохранения. Уборка снега с дорог стала еще одной темой аппаратного совещания. В профильном министерстве есть замечания по качеству выполняемых работ в двух крупнейших городах области. Приняли решение по введению круглосуточного работы роторной техники по перемещению снежных масс с дороги. Вот ожидаем, что с завтрашнего дня у нас третья смена будет сформирована. Есть замечания по Корсунскому району, но там они связаны с федеральной трассой. Подрядчик испытывает финансовые трудности, что не позволяет ему надлежащим образом выполнять свои обязанности. Следующим вопросом совещания стала реализация реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. На прошлой неделе рабочая комиссия под руководством первого вице-премьера Андрея Тюрина объезжала всех 4 региональных операторов, и по работе каждого из них возникли замечания. По всем региональным операторам есть такое общее замечание. Это не вывоз с ряда контейнерных площадок крупногабаритного мусора, недостаточное количество контейнеров, хотя они установлены по всем зонам деятельности региональных операторов в соответствии с территориальной схемой, тем не менее мы видим, что контейнеров не хватает. Если в ближайшее время нарушения не будут устранены, то начнут поступать обращения в надзорные органы. Егор Цитов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.